Теперь какие были партии в споре? Значит, в общем-то, Аполлинарий, он затеял, он завел вот этот разговор. Дальше начались эти вот партии, стали возникать. Аполлинарий, в общем-то, это просто первый человек, епископ Лаодикии, он отрицал полную человечность Христа, что Логос занял место духа или души в человеке. А дальше идут партии. Значит, вот где-то здесь, где у меня... А, это было у Санникова картинка, портрет этого Кирилла Александрийского. Есть Климент Александрийский, это... который метод аллегории, да? А это будет теперь Кирилл Александрийский. Вот и будет Несторий, который будет в Антиохии. Школа антиохийская, школа Александрия. Я вам говорила уже разницу. Кто запомнил, какая разница Антиохия и Александрия? Аллегорическая философия... философская, с влиянием Платона, да, и, конечно, божественность Христа, подчеркивали. Антиохия близка к Палестине, к тому месту, где был Иисус. Монотеизму. Какому? Монотеизму. Монотеизму. И в то же время взгляд на Христа как на человека. И это почва. Вы понимаете, в чем дело? Это образ мысли, это образ жизни. Я недавно поняла, какая это устойчивая вещь. Вот образ жизни и образ мысли. Вы понимаете ли, в нашей стране все поменялось. И революции были, и власти менялись. И на переселение народов было. И всех отсюда снимали, выселяли, вымирали. Вот, Кирилл Александрийский, да. Портрет его. Отдельный портрет. У него такое жесткое лицо. Ну так вот, и все менялось и в нашей стране. У нас остается тот же образ мысли, образ жизни. Те же бани, те же веники, те же там эти разговорчики и сплетни, и доброта. И злые языки, и все это вместе, и все это в одном человеке, и все это. Понимаете ли, это образ жизни и образ мысли. Так вот, возникло две партии в споре: идея антиохийская, идея александрийская. Обратите внимание, что весь этот спор идет где? На востоке или на западе? На востоке. Давай. Александрия – это что у нас? Восток. Антиохия? Восток. Понятно? То есть это не между Востоком и Западом. Это внутри Востока. И это то самое, что потом разделит Восток, после чего Восток перестанет существовать. Это вот вам далекие последствия вот этих вот споров. В результате этих споров Восток перестанет существовать. Это далеко заглядывая. Пока идут споры. Значит, несториане. Некоторые из ранних отцов использовали выражение, говоря о Боге, говоря о Христе, воплощенное слово, воплощенное и обожаемое слово. То есть Христос — это воплотившийся Бог, обожаемое слово, слово воплотилось. Ну и поэтому Матерь Иисуса называли Богородицей. Богородицей. Вот. Это было особенно заметно в Александрии, Богородица. А вот школа антиохийская пришла к другой крайности. Тут был Несторий, но Несторий был учеником, если произнесете правильно, будете молодцы, я училась и несколько месяцев произносить это слово, Феодор Мопсуестинский. Мопсуестинский.
Ну, вы молодцы. Я его рисовала, повторяла, по частям заучивала. На экзамене учиться. Мопс Устинский. У вас это написано. В учебниках написано. Значит, он утверждал, что Христос сражался со страстями человеческими, прошел через действительные конфликты с искушениями, вышел победителями. Он имел силу быть свободным от греха благодаря безгрешному рождению и благодаря соединению человеческого с божественным. Федор отрицал обитание Логоса во Христе, ну, признавал только обитание, как во всех верующих, в ком Господь живет. Помните, как называл себя Игнатий Богоносец? Он сознавал, что он носит Бога в себе, во всех верующих. То есть это обитание моральное. Ну и этот Феодор, он избегал делать вывод отсюда, что во Христе была двойная природа, две личности. Он сравнивал их союз, как союз мужа с женой, которые двое, одна плоть. Что только не придумают, чтобы избежать вот бессмыслицы богословской. То есть он ясно видел, вот божественная природа, вот человеческая природа. И две природы. Это он такой изобрел. А не история, он фактически будет это повторять. И он не знал, как эти две природы соединить. Я уже вам в самом начале сказала. Церковь признавала истинную божественность Христа, истинную человечность его. Но вот она уткнулась сразу. Как это соединяется? Это как? Будет две ипостаси, это будут две личности. А как у них, как они между собой относятся? Так. В несторианстве выразилась именно эта идея антиохийская. Нестория выступил против понятия... У него своя была идея. Но фактически он продолжал идею этого Фёдора Мопсуестинского. Но идея была у него очень оригинальная. Он говорил, почему мы Марию называем Богородицей? Она родила человеческую природу. Помните в никейском символе? По человечеству. По человечеству Мария. И поэтому надо называть ее Христородица. Она родила человека, сопровождаемого Логосом. Ну и дальше он не рассуждал. Но его оппонент Кирилл Александрийский, за него он додумал. Ага, если Мария не Богородица, если она не является матерью божественной личности, тогда нет воплотившегося слова, а есть просто человек в общении с Логосом, как и все мы. Если Мария не Богородица, то Христос не искупитель человечества. Эти выводы не делал Нестория. Нестория говорил про две природы и не знал, как их соединить. Так, в чем дефект несторианства? Дефект несторианства не в учении о двух природах Христа. Это учение библейское. А в учении об одной личности. Божественное и человеческое соединяются, но не так, чтобы образовать действительное единство и одного человека. Вы знаете, что? Как соединяется божественное и человеческое? Это был огромный вопрос, очень трудный вопрос. Вы знаете ли, что на Третьем соборе или на Четвертом соборе этот вопрос будет решен через насильственное деяние. Мне так понравилось. Карташов очень живо описывает собор. Он описывает, например, как входил торжественно этот Григорий Богослов, как его Феодосий вводил в Константинополь, мы сами рассказывали. И вот он описывает собор. Все соборы – это не высоко торжественные, а это кулачное побоище. Это драки, это оскорбления, это все. И Карташов говорит обычно икона, икона этого собора. То есть, что же святого в этом соборе? Он говорит, дивное диво, что из человеческих смешений и треволнений, и контрастов, и оскорблений, и самолюбий вдруг рождалась божественная истина. Так вот, на этом соборе сделали так, сколько-то, 6 или 8 человек, в отчаянии от того, что никак не придумать, как эти природы соединяются,
божественное и человеческое? Как они, две существуют рядом? Или сливаются? Или как? Они их заперли на ключ в одной комнате. Не будешь, не выйдешь, пока не богословски что-то не напишешь, как соединяются. И под этим давлением эти делегаты выдали чудо богословской мысли. Мы с вами будем на нем специально останавливаться. Чудо богословской мысли. Вот, заучиваете, будете наизусть четыре этих момента. Ну, давайте мы дойдем хотя бы до этого. Я просто хочу сказать, что как трудно было решить, как они соединяются. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Так, дефект несторианства. Здесь никак не получается один человек. Две природы по нестории – это две личности. Ну, потому что мы же говорили ипостась. Ипостась – это личность. Выходит, тут две ипостаси – божественной и человеческой. Он упустил важное различие. Вы понимаете, еще же все эти слова. Природа – это может быть материя, субстанция. И природа – это может быть личность. Две природы, то есть две личности. А может быть две материи, две субстанции. Вы понимаете ли, что слова-то были не закреплены? Что такое субстанция? Это материя. Несториане помещают их рядом, соединяя моральной связью. Человек Христос оказывается таким образом не Богом, а как Игнатий, богоносителем, богоносцем, обладателем божества. Христу поклоняются не потому, что он Бог, а потому, что Бог в нем. Вы поняли? Значит, проблема не история, он не знал, как их соединить. Ну, хорошо поняли эту проблему, да? Сильная сторона несторианства, он хотел отстоять человечность Христа в противовес Аполлинарию и в противовес Кириллу Александрийскому. Это сильная сторона. А несторианство оставляет нас опять с примером благочестия, учителем, нравственности, но лишает нас божественно-человеческого искупителя, источника духовной силы, благодати и спасения. Теперь другая партия, Кирилл Александрийский. Вот этот человек, который вам показали, очень жесткий такой человек. Эта партия утверждала, что Логос полностью усвоил себе человеческую природу, чтобы ее искупить, и образовал единую личность Бога-человека. Кирилл не терминологически, он очень неясно выражается. Он подчеркнул единство личности Христа, это его заслуга. Заслуга нестория в чем? В чем заслуга нестория? Человечность Христа отстоял. В чем заслуга Кирилла Александрийского? Божественность отстоял. Ну вот, он оказал неразъединимое соединение двух природ и безличность человеческой природы, которую Логос использует как инструмент. Иногда Кирилл пользуется термином «природа» как отношение к Логосу, а не к человечности. То как синоним ипостаси, то есть он отрицал смешение двух природ, но это не помогало его логику прояснить. В общем, Кирилл был против нестория и всякие аргументы приводил, но на вопрос он ясно не мог ответить, как соединяются эти две природы. То есть он тоже не дал ответа. Возникает еще третий человек – Евтихий. Евтихий – монах опять с неопределенными взглядами, но очень против нестория. Он принял Александрийскую школу, и он подчеркивал поглощение человеческой природы божественной, или смешение, единение, слияние двух природ в некую третью. Он считал, что Христос не был человеком, как мы. И вот будет такой собор в Константинополе, промежуточный собор, когда он обратился с письмом ко Льву Первому.
Лев первый – это главный герой последнего четвертого собора Халкидона. Это главный герой, потому что именно он даст такое определение, которое удовлетворит всех, закричат. Это Петр говорит, это сам Петр говорит, ну, апостол Петр.